Спикер парламента Игорь Корман заблокировал для представителей оппозиции возможность участвовать в заседании мониторингового комитета парламентской ассамблеи Совета Европы. Члену комитета, депутату партии коммунистов Григорию Петренко, было незаконно велено оставаться в Кишиневе. Как заявил Петренко, это решение мотивировано боязнью того, что представитель оппозиции проинформирует Совет Европы о намерении режима скрыть от общественности содержание доклада и резолюции по Молдове, содержащей десятки критических замечаний в адрес властей. По словам депутата, он был делегирован в комитет по мониторингу СЕ группой объединенных европейских левых ПАСЕ, вице-председателем фракции, которой он является. Это решение выглядит как самое настоящее неуважение к Совету Европы, перед которым у нас есть обязательства, взятые при вступлении в эту структуру. Эти действия выглядят крайне глупо в условиях, когда Молдова находится под мониторингом Совета Европы, который всего 3 недели назад принял доклад, критикующий действия молдавских властей, заявил Петренко, добавив, что решение Кормана не является просто мелкой пакостью, а грубым нарушением устава и правил ПАСЕ. Такого не позволяет себе ни одна из стран-членов Совета Европы. При вступлении в эту организацию страны берут на себя обязательства гарантировать участие представителей тех или иных государств в заседаниях рабочих органов СЕ. Препятствие этому означает желание сделать кого-то невыездным, а препятствовать оппозиции – это вообще дурно пахнет, подчеркнул депутат. Ранее стало известно, что председатель парламента Игорь Корман отказал в участии члена мониторингового комитета СЕ Григория Петренко в заседании этого рабочего органа, намеченного на 7 ноября. В одной из социальных сетей Петренко сообщил, что ему было отказано в поездке на заседание комитета устным распоряжением Кормана, который фактически запретил покупать билет на самолет и выделять средства на один день проживания в гостинице.